Здравствуйте, меня зовут Мироненко Захар. Мне немного за 30, ну, точнее 32. И я представляю Магаданскую область. У меня есть своя группа, свой джаз-бенд, который называется Ibsen Band. Я с самого детства неровно дышал именно к джазовой музыке. В 17 лет я переехал из Магадана в Москву и поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных, где педагогом по вокалу у меня была Валентина Васильевна Толкунова. В первую очередь она учила не сколько техники даже, сколько учила чувствовать музыку душой и сердцем и прогонять это через свой внутренний мир. С музыкой я связан с самого детства, поскольку мой отец музыкант, педагог по вокалу. И то есть я, по сути, рос в музыкальной такой атмосфере, которая потом переросла именно в тягу к музыке. Я хочу сказать огромное спасибо своему отцу за то, что он воспитал во мне хороший музыкальный вкус. Сейчас у меня есть своя семья. Самый, наверное, важный и переломный момент в моей жизни – это рождение нашей дочери Ивы. По сути, что еще нужно для счастья? Жена, ребенок, две собаки и глухой кот. Ему повезло, он нас не слышит.